К нам летят еще два малыша. Две наши собачки. Они уже наши. У нас уже болит о них душа. Мы уже их любим. Мы только и думаем о том, что скорее, 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 пожалуйста, скорее. Привезите нам наших малышей. Пусть они будут уже у Наташи. Пусть они будут уже дома, в любви. Наташа ждет, Наташа переживает. Мы ждем, мы переживаем с вами. И уши не встают уже. Ой, маленькая. Ну, кожа и кости тоже. Вон тазик-то торчит. Хребет торчит. Эта малышка очень истощена. Она очень слабая. Скорее надо, чтобы она сюда прилетела и пошел процесс ее выздоровления, выхаживания. Мы с вами ждем рыженькую певицу. Песенька-певица поет. Скорее домой, домой она хочет. Ребята, посмотрите на видео, как много в этом ППЖ животных, которые нуждаются в помощи, в спасении. Посмотрите на этих малышей-щенков. Посмотрите, как их много. Ребята, а много ли из них выживут? Господи, сердце разрывается просто на части, на куски. Как это тяжело, как это тяжело. Какой груз мы на себя взвалили. И дружно тащим. Но если хоть кого-то мы спасем, если хоть кто-то обретет любовь, ласку, семью, нам с вами будет о чем сказать себе внутри спасибо. Спасибо, дорогие. Каждый, скажите себе спасибо, что мы спасли, что мы не прошли мимо с вами. Мы с вами мимо не прошли. Спасибо нам с вами за то, что мы спасаем животных. Остальные собаки сидят и ждут, когда мы их спасем. Счет на часы, ребята. Счет на часы. И уши не встают уже. Хоть сколько, сколько можем. Всех нам не спасти, к сожалению, в реалии жизни. Но мы пытаемся. Ребята, мы пытаемся. Мой прием называется «Твори добро». Сейчас я на подъезде к аэропорту Внуково встречать якутских собак. Да, когда я не осталась равнодушной, когда мне просто скинули видео, просили прокомментировать, и я сказала, я не думала ни секунды, ни минуты о том, я просто сказала, что давайте спасать. Мы, вы, с вашей помощью, с помощью людей, давайте объединимся, давайте спасем собак, потому что это страшно. Спасать собак, пока насколько это нам возможно. Объединиться и просто спасти оставшихся собак. Привет, пивунья, привет. Вот. Встречаю я своих собачуль. Привет, косоглазик. Привет, привет. Все, едем, едем, да. Еще вас двоих спасли, да, мои зайки. Да, мои хорошие, да. Постараемся всех вас вывести оттуда, из этого ада. Да. Ну, привет, Ульки. Привет, Ульки. Сейчас будем кушать. Да, да, сейчас будем кушать и пить. Сейчас, мои зайцы. Сразу в ветеринарную клинику, потому что вы понимаете, что мне ехать до ветклиники очень далеко, так как здесь Алиса Вит
сеть ветеринарных клиник. Здесь рядышком. Сейчас мы сдадим экспресс-тесты по собачкам. И уже поедем домой. Хотя бы знать, что нет никаких страшных вирусных заболеваний. Надеюсь, что ничего страшного у них по заболеваниям, по инфекционным, не будет. У нас нотка. Озорная девочка нотка. Да, да, нотка. Кто нотка? Спой, как нота поет. Как нотка поет, как нота там пела. Ну как она пела? Ну расскажи, как она пела. Ну расскажи своим подписчикам, как нота поет. А это наша Умочка. Умочка и ноточка. Ну, такие очаровательные девочки. Да ты моя солнышко. Как нота поет? Как нота поет? Расскажи. Как нота поет? Как она там пела? Как она... Ты моя умница. Если ноточка, ой, как ноточка за Умочкой ухаживает, да ты моя солнышко. Ой, нота вчера прям поразила. Нота очень захотела вчера в туалет, и вот оставалось 90 километров до города, села ко мне на ручки, и все это время очень-очень терпела. Прекрасно, кстати, ходит на поводке. Просто прекрасно, умница. Да, кто пивуня? Передайте всем большое спасибо, будь здорова. Ну, да, молодец, моя девочка, молодец. Да, господи, благодарить не надо. Я просто вас люблю. Я люблю ваши носы, они у вас кожаные. Да, я люблю вас за то, что вы такие. Такие, да, безумно хорошие. Умные. Вы никогда, в отличие от людей, не предадите, не подставите. Да, и как умеете любить вы? Как умеете любить вы. Людям надо этому поучиться. Да, да, да. Ты еще не будешь пить? А? Да. Ну, рыбки мои, сейчас мама принесу вам вкусняшки. Ой, да, да, вечером пойдем гулять. Передавайте всем. Ой, всем привет. Да, и спасибо. Едем в приют. Танечка. Дверь закрыла, она как начала выть мне. Гавкать, выть. Мама, возьми меня с собой, все. Ну и что, ты хочешь сказать, что это теперь моя собака? Да, нот. Едет девочка моя с мамой в приют. Нота. А, нот, расскажи всем. Кого ты хозяйкой выбрала? Маму, да? Маму Наташу? Вот эта дама лежит у меня на коленях, и она просто не сходит. Я ушла в магазин, а она устроила мне цирк, да? Мама, ты куда? Пела. Thank you.
вышла на прогулку. Это ко мне. Это сидеть. Молодец. Это сидеть. Дай лапу. Дай лапу, это. Молодец. Дай лапку. Молодец. Дай другую лапу. Нота. Дай другую лапу. Дай другую лапу. Собаки истощены, собаки в ужаснейшем состоянии. Сейчас, конечно, мы приложим все усилия для того, чтобы их восстановить, полечить. И, конечно, я хочу обратиться к вам ко всем. Вы откликнулись на беду Якутска. Девочки, я откликнулась на эту беду. Я не могла остаться в стороне. Это вот первая партия наша. Ты кто там, бояка, собака? Собака, бояка. Так, давай. Ну, это у нас Ной. Брат Ноточки. Он Сатлова. Мальчик пока еще оттаивает только. С ребятками дружит хорошо. Очень полюбил Витю, Сэма. С собаками общается прекрасно. Первое время грыз мою руку. То есть, если я хотела его просто погладить, он ее реально грыз. У меня гематомы были и все. То есть собака очень сильно боялась именно прикосновения рук, потому что, наверное, какие-то плохие люди собаку били. Я это поняла сразу. Сейчас мы уже даемся гладиться, но все равно мы еще немножечко не доверяем, но с собачками мы все дружим. Вот Ной у нас завтра едет тоже на кастрацию. Так что работа проделанная очень большая. Осталась, я говорю, якутских одна девочка, не стерилизованная, она сейчас с течкой. И три собачки, две моих. Так что Ноюшка скоро тоже будет хороший, красивый мальчик, да, который тоже будет любить людей, жить в семье. Да? Ну и просто выпал счастливый билет, благодаря, конечно, вам.